Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян. И мы наконец-то на берегу Енисея. Собираемся в путь. Сейчас туда-сюда, маленько шмурдяка. Лодку столкнем, заправим, соберемся. И вперед из песни. Погода пока ляпота. Енисей пока гладенький, но погода, как видите, собралась меняться. И сегодня она будет то дождь, то солнышко, как вроде обещают. Смотрю на севере, вон затянуто все. А нам нужно на север, вниз. Короче, пока по глади рискнем, мотанем. Потом маленько ветерок обещают с переменами. Виктор у меня сегодня опять на своей рыбалке что-то. Сегодня они шпаной там с удочками. Вроде ильца собрались ловить. Ну а мы прем искать хищника. Главное успеть доехать, пока все вот это не началось. Глади, думаю, успеем долететь, может быть. Вот там такой фронт нехилый, успеть бы на него. В принципе, мне тут ехать осталось километров 15 до первой точки, так что думаю, может быть, успеем. Друзья, вода упала, но недостаточно, конечно. Опа, 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 опа. Мелко. Сейчас. О, щучку вижу. Травяночка мелкая. О, пошла. Сейчас я сначала, как обычно, в приглядочку здесь проеду. Посмотрю, есть ли трофеи. Короче, что увижу. Первая точка моя. Сегодняшняя. Начнем с нее. Енисей пересек два раза. От одной тучи сбежал, может, вторая тоже уйдет стороной. Максимальная скорость тридцатки по течению, 48 километров в час. Все отлично. Смотрим. Но все равно это все надо будет проходить, прокидывать, потому что с лодки, может, я чего и не увижу. Очки помогают. Сегодня будем рыбачить на белую вертушку неизвестного производителя. Номер 4. Начнем с нее. Так, друзья, береговую линию я там бровку проглядел. Не увидал нифига, но вот одна щучка, одного сига видал. Вот сюда подъехал, тут у берега прям стояла трофейная щука килограмм на 6-7. И еще одна не заметил. Но тоже отскочила от бревна. Тоже крупненькая. И третья была тут мелкая. Все, сейчас будем пробовать пробрасывать. Здесь щучка эта далеко не отойдет. Где-то будет тереться рядом. Все, тот же спиннинг у нас. Red Fox. С тестом 2,9 грамм. Где я маленько его укоротил. Так. В запасе спиннинг Витька. Еще есть одна палка запасная. Все, готовимся, паркуемся и пробуем пробрасывать. С лодки здесь не буду пробрасывать пока. Потом, если что, попробую, отойду вон до того куста и там попробую. Еще на том берегу есть кусты, тоже надо попробовать. Но сначала надо этим, блин, рифтомидом набрызгаться. Ну да, начнется рыбалка, друзья. Да прибудет с нами щука. Желательно жирная и трофейная. Блесна, в принципе, рабочая. Вот щука подходила. Вот она стоит. Такая, к 2 килограммам, наверное. Может, меньше. Это нам пока не сильно интересно. Не, наверное, полторушка. Надо искать эту большую щуку, где она тут теперь встала.
Опять вот эта щука проводила. Вон она идет. Вот она приближается. Встала к бревнышку. В очках здорово видно. Интересно, но реакции пока нет. Вот эта щука так и плавает, вот она, рядышком. О, мелкая щучка, о, еще вообще травяночки, мальки. Вот это плавает собачка. Вон тут вот кустики. Может, в них они встали? Не кустики, а какая-то трава или что? Вижу там коряшку на дне. Сейчас попробуем между протянем. Нет, никто не вышел. Ха. Куда они отошли, блин? Хорошие щуки-то были. Вот, друзья, стоит щука. Ноль эмоций. На блесну. Оп, хвост задел, пошла. Это опять щучка стоит неактивная. Не могу пока расковырять ее. На обратном пути, конечно, я сюда еще заеду. Потому что трофейную щуку я видел. Надо будет ее все-таки чем-то раздраконить. Пока не по клевке. Туча все-таки, наверное, вылезет на меня. И сзади тоже подпирает. Короче, подмокну я сегодня. Да ладно, лишь бы клевало. Солнце жарит перед дождем. Прям пекет. Попробуем этот перспективный ручеек пробьем. Опа, щука от берега отошла. Смотри, что никто ничего. Ни хрю, ни му. Под нос щуки подкинул. Возле берега стояла. Оп, меленькая. Там чуть подальше еще одна вижу стоит. Солнышко выглядывает, сразу их видно, где они трутся. Это сразу атаковала, вон она подальше чуть стала. О, идет, идет. Тоже мелкая такая же. Походу сейчас меня прольет здорово. И что-то там даже просвета с той стороны не видно. Туча идет вот прям сюда. Накроет нормально. Блин, была поклевка. Ну, что-то такая слабая вообще. Даже, может, это был окунь. Да, окунь. Окунёк. И то не глотанул.
сбоку забагрился подбородком. Блесна четверка, крупновато все равно для окуня, я думаю. А может и нет. Ну, первая рыбка попала. Погода, правда, сбивает настроение. Но я знал, куда поехал. Примерно она такая будет на 4 часа, потом вроде должно растащить, если не соврут. Есть, собачка прицепилась. Первая. Ох, еще и глотануло хорошо. Одну болтал к 2 килограммам. Собака. Да, далеко. Далеко хапнуло. А эти на мыша щука взяла. Он через кустики хорошо ходит. Прям вдоль берега протянул, и она бабахнула. Мышь, конечно, жалко на щуку. Но, блин, рыбалка требует жертв. Эх, еле сидела, блин. И мышь порвала. Так стоит под лодкой. Вот она, вот она. Блин, хотел за бочину поддеть. Все, она ее пропустила. Посмотрим, может, еще будет ходить. Может, у нее там предусмотрена дырочка. Щучка неплохая была. К трешечке, наверное. На ручье, друзья, опять ни чаек, ни малька. Ни окуня. Малек не катится, окуня нет. Надо было сегодня съездить поискать окуня. Не на Енисее. Сейчас уже далеко возвращаться. Щучка небольшая взяла.
папа. Да, елки-палки. Ладно, не наша. Малька тьма. Под кустами прям битком. Малька тьма. Окуня тоже не видно. Здесь. Где-то окунь в другом месте промышляет. Погоду вроде маленько растащила. Дождь хоть перестал. Но рыбу так пока найти я не могу. Что-то не понял, то ли зацеп, то ли клюнуло. Нет, зацеп. Вроде как рыба шарахнулась. А потом тыкс. И крантыкс. Опа. Отцепилась блесна. Повезло. Ну блин, рыба тут ударяла. Блин. Слабо вообще взяла. Рыба у берега стоит. Но это все кусты под водой притоплены. Опасно вообще блесну таскать. Опа, опа, со второго раза попало. Стандартная щука. Ой, сошла. Пока на мотор отвлекся. Ну ладно. Щука по стандарту такие к 2 килограммам. Берут одну, еще поймал, камера, блин, отключенная была. Опа, сразу в корягу, блин. Чуть не зацепился. Маленько передвинешься. Раз, поклевка. Что-то это у меня выбралось. Ага, залазь обратно. Опять передвигаться надо. Какая-то хрень схватила. Окунь. Оп, хороший окунь.
Прям такой ударчик мощный был. Ветер маленько не в мою пользу. Мне в ту сторону надо сплавляться. Он меня в обратную жмет. Ага, щучка. Стандарт. Вот это может чуть за 2 килограмма. Собачка. Собачка, иди сюда. Сейчас прыгнет. Все, родная, дома. Двушка. Блин, опять зацеп. Да, что-то там смертельно. Вон она, вижу, плеснул. Оп, сорвал. Повезло опять. С кустика вышла. Тоже по стандарту. Тихо, не мотай. Опа. Хорошо пробило. Не сошла бы. Тоже двушка. Чуть, может, за 2 килограмма. Сегодня стандарт пока. На, еще расчет, конечно, на то место, где трофейных видал. Сейчас погода успокоится до конца. Я туда поеду. Многие говорят, что щука мелкая. Вы смотрите хорошо. Я снимаю на экшн-камеру. Экшн-камера всю картинку практически минимизирует. Поэтому кажется, что щука мелкая. Но она за 2 килограмма. Это 100%. Вот это меньше двушки. Окушок. Сегодня редко окунь хватает. Ага.
О, совсем махонькая собачка. Иди сюда. Да, е-мое. Кого-то килошная. По идее, забирать их надо всех. Расплодилась, блин, тьма тьмущая. Отдай уже. Давай, иди. На радость хейтерам. Собака в кусты утащила. Ясь. Ох, хороший ясь. Вот это уже хороший ясь. Опа. Хороший ясь, чуть не ушел. Как-то взять-то. О, вот такой ясь. Уже почти килограмм. Они тут стайкой стояли. Уже собрался переезжать. Бац, что-то рыба в разные стороны разбежалась. Кинул блесну, опять разбежались. На третий заброс взял. Вот сейчас уже все. Не плюхают. Но по блесне стучит. Четверка для язя крупновато, конечно. Стучат, стучат. Блин, опять, смотрите, прям оранжевый изина. Опа! Вот это трофей. Вот это трофейный ясь. О, какой! Настоящий уже закилошный ясь. Вон там щука гульнула. Смотрите, что. Изи неплохие. Аж тройник с четверки глотает. На, хоть что-то клюет. Это радость. Да, е-мое. Ёлки-палки. Стайка. Видимо. Угу, бьют. Где-то сбоку его зацепило, что ли?
Нет, схватил. Руки опасно полоскать. Сожрут нафиг. Смотри, что, как за стаей иду. Это тоже поменьше. Что-то я от щуки отвлекся. Азарт поймал. Все, ушли куда-то дальше. По своим делам гулять. Недолго музыка играла. Проехал, на бровке щучка стояла. Вот она взяла сразу. Небольшая. Но схватила тут же. Кое-как сидит. Кое-как. На. Прям за краешек губы сидела. Тут в кури активная щука. Не видать, правда, крупный. Вон там можно на песочек пристать, попробовать. Может, окунь в яме будет стоять. Опять стукнуло. Опять не крупная. И опять сидит за краешек. Прям еле-еле. Но это уже к двум тоже. Маленькая чурка лежит. За этой маленькой чуркой стояла маленькая щука. Бабахнула тут же. Я не видал, что она там стоит. Думаю, а вдруг... И тут же пымс, сразу сходу, килошная. Чурка вот прям возле носа тут лежит, вот метра три. Подкрадываюсь к месту, где стояла большая щука на первой точке. Будем пробовать ее выудить. Она всяко разно должна была туда вернуться. Опа!
сразу поклевка. Но это не та. Это не та щука. Оп, еще одна. Но тоже не та. Тихо, голубушка. Все щуки на местах, значит, и так где-то рядом. Так, продолжаем охоту. Прокидывать надо самый берег. Она стоит у берега, греется. Оп. Опять не трофей. Бешеная. Блин, даже лодку потащила вперед. Что мне не надо. Оп, еле сидела. Угу, вот оно, это бревнышко. Ладно, друзья, с трофеем сегодня не повезло. Но сейчас перескочу Енисей. Еще подъеду в пару мест. А потом домой. Может, где-то еще что-то и бабахнет, стрельнет. Вот, друзья, по-моему, идет круизный лайнер, на котором каюты до 1 000 000 рублей стоимостью. Сейчас попробуем подъехать поближе. Не помню, как он называется. Идет медленно по течению, но медленно идет. Максим Горький. Что-то туристов на палубе не видно. Чехов ходил, пока его на Волгу не угнали с туристами. Ух, помоями запахло. Ну что, друзья, по традиции кастмастер перед домом. Пару мест я еще заезжать не стал, так как, видите, с севера меня догоняют тучи. И похоже, они не только дождевые, но еще и с ветром северным. Северный ветер на Енисее неприятно. Сейчас быстренько пропуляем. И все, в сторону дома, чтоб не намокнуть. Еще раз. Сегодня можно измерить этого езя. Получается, как я понял, ведро 40 сантиметров. Вот такой вот ясь. Кстати, много кто спрашивал,
где заказывал такое ведро. Ведро я это купил в Красноярске. В магазине браконьеров нет. Классная штука. Эта жена его схватила и говорит, блин, я хочу такое, и купила. Фиг его знает. Ну, классная ведерка, удобная. Очень удобное ведро. Надо, чепок его сложил, и все, и нигде не мешает. Хозяин так и не показался. Может, когда-нибудь, может, к осени. Может, мы его еще увидим. Все, еду я домой, чтобы не намокнуть. Еще и забыл, что, блин, завтра у меня суд. Получается, надо помыться, подстричься, побриться, подухариться, подготовиться к суду. Судить меня будут за 10 щук и 20 окуней и одного езя, которых мы поймали с Витькой в сети на озере, еще по льду. Да здравствует наш самый гуманный суд в мире. До свидания, друзья. Всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке. До встречи, думаю, скоро. Общий путь составил у нас 77 километров плюс 5 километров, так как я не сразу включил. Это что у нас получается? 82 километра. Максимальная скорость по течению была 48 километров в час. Тут пишет 49. И против течения 39 километров в час. Все, походу я успею не намокнуть.